Всім привіт! З вами програма «Бадьорий день» та я її ведуча Вікторія Андрушків. Сьогодні продовжуємо займатися антигравітаційною йогою. Заняття проводить наш тренер Лариса Фомченко. Вітаю вас! Добрий день, Вікторія! Добрий день! Сегодня мы продолжаем знакомство с практикой Сурья Намаскара, приветствие Солнцу. И на базе этой динамической связки мы ознакомимся с силовым вариантом занятий антигравитационной йогой или занятий йогой с гамаком. Соединяем внимание с потоком дыхания, сложив плюс и минус, включив внутреннее Солнце. Стопы давят в пол во время вдоха. Вытягиваемся вверх. Выдох. В наклоне ладошки на ширину плеч и обе ноги в гамачок. Продолжаю удерживать внимание на ритме и потоке естественного дыхания. Во время очередного вдоха опускаем бедра, таз, вытягивая макушку вверх, локти к тазу, ребра вперед. Во время выдоха горка. Еще раз вдох, опустили таз, выдох, горка. Локти развернуты наружу, вдох, опустили таз. Выталкиваем ребра и вытягиваем голову из корпуса. Выдох. Горка. Замечательно. Левая стопа шагает вперед. Переносим ладошки на бедро. И выводим. Можно сделать такой вариант. Руки в стороны. Можно намасте перед грудью. Можно обхватить локти за спиной. Важно, чтобы грудная клетка оставалась открытой. Лопатки прижаты к спине, макушка направлена вверх. Левая стопа во время вдоха сильнее давит в пол. Выпрямили ножку, выдох, вернулись. Еще раз вдох, вернулись. И еще раз вдох, на выдохе. Опускаем ладошки на ширину плеч в пол и выводим левую ногу на весу в планку. Выдох, опустили. Ногу, вдох, подняли. Выдох, опустили, подняли. И еще раз выдох. Поочередно опускаем коленки. Поза ребенка. Ладошки под плечами в пол, выпрямляем руки, поднимаем таз, ладошки шагают вперед, опускаем голени в гамак. И можно немножко добавлять, как бы разбавлять эту практику. Внимание на потоке дыхания, вдох, опустили таз. Выдох, горка. Глубокое дыхание, ритмичное движение, только синхронно с дыханием. Очередной вдох. Выдох. Горка. Плечевые суставы от головы, плечи шире. Еще раз вдох. Выдох. Шагаем правой стопой, переносим ладошки на бедро и либо локти за спиной, либо в стороны руки и плечи в корпус, либо намасте. Вдох, правая стопа сильнее давит в пол, выпрямились, выдох, сели. Еще раз вдох. И еще раз вдох.
Из этого положения достаем за спиной короткие ручки. Коротенькие ручки. Так. Хорошо. И теперь у нас правая ножка опорная, да? Хорошо. И теперь оттолкнулись правой стопой назад до прямых рук. До прямых рук. И теперь руками берем вес корпуса, поднимаем макушку. Еще раз. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И максимально глубоко опустили таз, развернули плечи лопатками к спине и подтягиваем коленные чашечки. Пробуем выпрямлять обе ножки. Так. Отлично. Руками натянули макушку вверх. Хорошо. И очередной выдох, отпустив ручки. Опускаем ладошки в пол. Левая нога в гамаке, правая на весу. Выдох опустили. Вдох подняли. Опустили. Подняли. И еще раз опускаем ножку. Левая ладошка остается под плечом. Разворачиваемся. Правый локоть вверх и затем выпрямляем. Держим крестик. Ага, значит, нужно правую. Правую. Я прошу прощения. Опускаем, да. Правая, левая рука вверх. И теперь немножко добавим нагрузку. То есть нижнюю ногу подтягиваем к верхней и опускаем. Аккуратненько, аккуратненько. Здесь работают не только наружные мышцы, но и... То есть мышцы всего тела, иначе баланс удержать очень трудно. Хорошо. На выдохе опускаем ладошку и опускаем коленку одну, вторую. Таз на пяточках, лоб в пол, руки вдоль корпуса. Отпускаем, выдыхаем напряжение, ощущение формы. Позволяем мышечной радости растекаться по всему телу. Замечательно. Ладошки опускаем в пол, выпрямляя руки, подушечки стоп в пол и перекатываясь на полную стопу не спеша. Стоя прямо, соединяем внимание с потоком дыхания, очередной вдох. Поднимаем руки вверх, смотрим на пальчики, грудная клетка ложится на лопатки. Складываем намасты, выдыхаем через центр к солнечному сплетению. Мы выполняем расслабляющее упражнение. Так, сейчас мы выполним расслабляющее упражнение, но для силовой практики. Итак, расправленный гамачок, садимся в него полностью, как можно глубже. Так, чтобы краешек гамака практически доставал до лодыжек. Да, можно пяточками его подтянуть. Хорошо. Хорошо. И высвободив плечи, прямые ноги, прямые ножки в гамаке. Так. Разводим стопы широко. Держимся за край гамака. За край гамака. Вот здесь. Так. Виктория. Так. Держимся вот здесь за край гамака. Разводим стопы широко, опускаем голову и ладошки под плечи. Стопы очень широко. Смелее. Не высвобождайте. Так, опускайте голову. Опускайте, Богдан, голову. И опускайте на пол ладошки
под плечи. Хорошо, все замечательно, бедра держат. Натянутый гамачок. Смелее опускаем голову. Ставьте ладошки под плечи на пол. Гамак удержит, вы знаете. Хорошо, хорошо, отлично, отлично. И теперь стопы подаем вперед-назад. Вперед-назад. Хорошо, да, отлично. Отлично. И, оттолкнувшись от ладошек, вытягиваем грудную клетку. Да, 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 да. Ножки ложатся на гамак. Так, нет-нет, широко разведенные ноги. Так, и теперь шагните руками за затылок. Так, и отпустите голову. Вот. Хорошо. Так, Виктория, за затылок шагаем к двери. Руками, да, смелее. Ножки чуть-чуть вперед, пусть они лягут, не бойтесь, они же лежат в гамаке, хорошо. И теперь толкните вот здесь, вот, так, чтобы вот то напряжение, которое создалось, вот, чтобы оно вытянулось, хорошо. Можно ноги вперед, то есть регулируйте, теперь выбирайте положение ног. Леночка, вот, да, о. Не страшно? Все получилось. Замечательно. Хорошо, теперь все это сделаем. Обнимаем стопами гамак. Так. Колени направляем уже вовнутрь. И, подтянув голову к тазу, беремся за край гамака и толкаем стопы назад. Теперь их высвобождаем. Да. И, да-да, подтягивайте, подтягивайте. Все, садимся. Хорошо. Немножко не за тот край. Вот так мы закончили наше с вами силовое занятие антигравитационной йогой. Желаем вам побольше счастливых неожиданностей в жизни. Тож сьогодні ми гарно попрацювали, виконали більш активніші вправи з антигравітаційної йоги. Надеюсь, вместе с нами вы получили такой же заряд мышечной радости, как и наша команда.